Мур, привет, друзья! С вами Зирко и новостной выпуск обновления 1.3.22. Выход персонажей. Кимми добавят 23 октября. Следующий будет Харит в ноябре. На тестовый выпустили русалку Кадиту. А про Вейла, кажется, совсем забыли. Новый скин на Кэрри выйдет 30 октября. Новый скин на Клауда, звездный участник ноября. Изменения. Кагура, первый навык. Увеличено расстояние аж на 5%, а множитель магического урона теперь 150 вместо 130. Это сильный баф Кагуры. Кэрри, ульта. Увеличили урон базовой атаки на втором и третьем уровне. Ханаби, уменьшена стартовая атака до 105, было 115. Клауд, ульта. Получаемый щит уменьшен, теперь 4% вместо 5%. Думаю, что не сильно скажется, поскольку контроль ульту все равно не останавливает. Тамуз. Увеличен прирост ХП, теперь 213, был 203. Гататкача. Пассивка. Теперь конвертируется в защиту 3% от потерянных ХП, было 4%. Прирост ХП также немного уменьшен, теперь 225 вместо 230. Небольшой нерф для Гатота. Хаябуса. Пассивка. Теперь увеличивает урон на 5%, а не 4%, как раньше. Вот и второго японца апнули. Наталья. Ульта. Множитель атаки теперь 70% вместо 80%. Пассивка. Исправление багов с предупреждениями. Леоморд. Исправлен баг, когда он хилился от ХП башен, а также исправили баг с отсутствием штрафа при атаке башни. Мия, первый навык. Добавили эффект взрыва по крипам. Теперь Мии фармится еще быстрее. Предметы. Лесной нож охотника и его производные. От мобов джунглей вы будете получать на 20% больше опыта. Было 15%. Способности. Прибытие. Теперь перезаряжается быстрее. 120 секунд вместо 150. Возмездие дает защиту от лесных мобов при наличии лесного предмета 8 секунд. Было 5. Оцепенение, КД 90 секунд, было 110. Спринт теперь ускоряет на 56%, было 42%. Ну а на этом об изменениях все. Чтобы не пропускать новостные выпуски и не удивляться потом в игре, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, а враги пусть ракуют без информации. Как всегда, ставьте лапки и всем пока!